Сегодня в Самаре более 70 тысяч детей дошкольного возраста. Из них около 50 тысяч уже ходят в детские сады. В конце июня прошло распределение мест в дошкольные образовательные учреждения. В результате 1 сентября в детсады пойдут еще 11 тысяч малышей. Самый высокий спрос в Промышленном, Красноглинском и Кировском районах. Стараемся с каждым родителем работать индивидуально по запросу. Предлагаем детские сады по ходу движения на работу, там, где живут бабушки и дедушки. То есть мы все возможные варианты проговариваем. Чтобы полностью удовлетворить спрос родителей, необходимо строить новые детские сады. В среднем ежегодно необходимо 2000 мест. Пока расширяют и ремонтируют уже существующие здания, чтобы они смогли вместить больше малышей. Выручают и частные детские центры. Сейчас городские власти обсуждают приобретение помещений для новых дошкольных учреждений. К возврату мы занимаемся. У нас в следующем году запланировано 2 учреждения к возврату системы дошкольного образования. На приобретение нового помещения под детский сад бюджетом предусмотрено порядка 19 миллионов рублей. Мария Левина, Василий Колдашов, Константин Головин. События.